в этом году исполнилось 10 лет. Мы занимаемся редкой породой Вестхаммер Вайт-Терьер. На сегодняшний день у нас сформирована достаточно большая племенная база, которая позволяет нам предоставить вам возможность приобрести у нас здорового, красивого, темпераментного вестика. Вестика, который может реализовать вашу детскую мечту, может реализовать мечту ваших детей и просто стать составляющей вашей жизни и членом вашей семьи. Когда белые лапки переступают порог уже вашего общего дома, помимо забот, которые приобретаются в связи с приходом маленького пушистого комочка в семью, вы понимаете, какое счастье вы приобрели вместе с этим белым эмоциональным маленьким щенком. Наш питомник возник в 2003 году. Мы приобрели себе первую собаку, она легла в основе создания нашего питомника. Случайностей в жизни не бывает, любой выбор он определен где-то свыше или определен судьбой. Нельзя привести человека и сказать, занимайся разведением собак. На любую профессиональную площадку нас ведет судьба. Так сложилось, что первую собаку мы приобрели себе как домашнюю любимицу. Настолько увлеклись породой, что стали этой породой заниматься. Ну, вестики – это все-таки терьеры. Терьеры активные, подвижные, жизнерадостные. Вестам, самой породе, 200 лет с момента выведения беленьких собачек. И 100 лет, как официально признанная порода, которая была представлена на выставке в Англии. В основе нашего питомника стоят две племенные суки. У одной дедушка-чемпион мира, у другой отец-чемпион мира. Многие, звоня к нам, просят, хотят приобрести щенка для себя, и для них не важны чемпионские титулы наших собак. Но ведь чемпионский титул – это основа здоровья, экстерьера, исключительных внешних данных, что позволяет нам сегодня быть отличными, может быть, от других, кто предлагает вестиков в Украине. Вы знаете, вест – это та порода, которая очень удобна в быту. Собаки не линяют, не имеют запаха. Да, они затратные в уходе, потому что им необходим тренинг как минимум раз в 2 месяца. Но, тем не менее, красивая покровная жесткая шерсть, она позволяет собаке всегда выглядеть красиво, эффектно, что привлекает внимание женщин и не оставляет безразличным мужчин. Вестик – замечательный компаньон для мужчин. Мужчины любят активный образ жизни, активные виды спорта, и вестики составляют им компанию практически во всем. В маленьком вестике заложена мощь большой взрослой собаки. Женщины любят вестов в первую очередь за их необыкновенный эстетический внешний вид. Он привлекает, он где-то шаманит. Белоснежный, красивый вест, он не может оставить ни одну женщину равнодушной. Король Англии сначала приобрел себе вестов, а потом подарил дюжину французскому королю, считая, что это достойный королевский подарок. Поэтому сегодня многие, приобретая веста, хотят сделать аристократический подарок близкому своему человеку, либо своей семье.
Мы всегда предлагаем приехать, познакомиться сначала с самой породой, с особенностями ее, со взрослыми собаками. И если вы окончательно приняли решение, что вы хотите взять Вестика, обязательно пообщайтесь с заводчиками, определите по полу, кого вы хотите, кобеля или суку, или дайте право самому щенку выбрать вас. Наш 10-летний опыт позволяет озвучить, что щенки рождаются уже под определенные семьи. Так как щенки выбирают хозяев, вы знаете, это описать невозможно. Это нужно просто видеть. Вестик обладает определенной эмоциональной энергией, которая не просто наполняет семью радостью, любовью, она позволяет людям раскрыться больше в своих эмоциях, в своих чувствах. Очень многие семейные пары, приобретая себе Веста, не задумываются о том, что необходимость в этой собаке, она вызвана определенной эмоциональной пустотой. И сегодня, общаясь с нашими хозяевами, и становляясь ближе друг к другу, мы понимаем, что Вестик заполнил ту нишу, которую сам человек не мог для себя определить. Новые заботы о нем, они позволяют людям становиться друг к другу ближе. Выходя с Вестиком на улицу, вы встречаете приходящего с работы члена семьи или новую любовь. Действительно, у меня есть хозяин Вестика, который, будучи один, приобрел себе Веста. И в заботах об этом маленьком чуде он стал более открыт, более гармоничен. И в его жизнь вошел его человек, его новая любовь. Несмотря на свой яркий темперамент, Вестики очень покладистые, дружелюбные с детьми. Поэтому их любят дети, и Вестики любят детей. Они могут с ними пошалить, поиграть, разделить их досуг. Вест может отвлечь вашего ребенка от компьютера и вывести лишний раз его на улицу. Вестики, они, как и люди, по темпераменту разные. Шотландская аристократическая кровь норного охотника, она проявляется в разных аспектах. У меня есть Вест, который встречает охрану, который сопровождает всю процедуру смены охраны. После всего бежит проведать перепелиную ферму, контролирует всю территорию, четко контролирует весь социум членов семьи. Вестик таким образом выполняет функцию начальника охраны. Очень много шарма, но выбрав по внешним данным, хозяева открывают для себя внутренний, необыкновенный внутренний мир этой породы. Порода необыкновенно чудная, и ресурс, который заложен природой, он, наверное, еще до конца и не открыт.